Я вот там посмотрел, ваши прадеды снабжали хорошими тракторами село. Ваши деды обеспечили нам победу. 19 тысяч танков и САУ изготовили и работали в самых невероятных условиях. Затем помогали осваивать целину, развивать сельское хозяйство, подниматься в космос. А сегодня вы являетесь локомотивом нашей машиностроительной отрасли. По сути, это на сегодня единственное предприятие полного цикла, которое в состоянии делать от начала до конца лучшие машины. Ваш 744-й сегодня завоевывает и мировые рынки. Если посмотрите на график, 3 года назад вы делали одно количество, на конвейере в день собирали 2-3, сегодня 12. 4 раза увеличили производство. Это единственное предприятие такого профиля, которое добилось подобных результатов. Должен сказать, что машина прекрасная, пользуется спросом, даже вышла на крупные мировые рынки. Вы должны знать, что без вашей машины не может развиваться сельское хозяйство, без подобных машин. Ни нашей страны, ни Казахстана, ни Белоруссии, ни Украины охотно будут приобретать и в Канаде, и в Америке, и в Аргентине. Так что там, где есть большие контуры полей, машина незаменима. Одновременно хорошая строительная техника. Сейчас посмотрели машину будущего, которую будете осваивать в ближайшие пару лет. Ну и впервые за 25, а точнее почти за 30 лет, вы опробуете, изготовили новую турбину. Эти турбины пойдут на ледоколы, вы будете обеспечивать наш атомный флот. Вот. Я еще 2 года назад был на этом стенде, мне казалось, оживить его будет сложно. Но вы справились с уникальной задачей. Стенд готов, государственная комиссия может приезжать. На днях начнутся испытания, великолепный стенд. Ну и в целом я разговаривал с многими рабочими. Глаза никто не прячет, зарплату получают вовремя. Зарплата у вас в целом, если взять машиностроение, 1,5-2 раза выше, чем на других предприятиях. Это дает честь и руководству, и тем, кто организует инженерно-управленческое хозяйство. Должен сказать, что вместе с Юрием Петровичем мы давно возрождали это предприятие. Я близко знал отца его, помогал в те суровые и жуткие годы, чтобы спасти предприятие. И сегодня еще прошли, посмотрели, у вас большие перспективы в этом отношении. Будет полностью вам поддержка, в том числе и в Государственной Думе. Недавно мы вместе с Кашиным, он мой зам и возглавляет комитет по аграрной политике, убедили и правительство оказать сельхозмашиностроению дополнительную поддержку почти в 14 миллиардов рублей на освоение новой техники и продвижение нашей техники на другие рынки. Вот. Сергей Александрович в свое время работал в Харькове на предприятии, возглавлял. Он приехал к вам, это уже 4-й год, да, Сергей Александрович? 4-й год уже, грамотный, крепкий специалист. Мы его приглашали, он выступал на слушаниях в Думе по ключевым проблемам развития машиностроения, финансирования и поддержки аграрного сектора. В целом программа есть, коллектив дружный, настроение у вас хорошее. Вот. Мы будем максимально помогать. Без машиностроения, робототехники, электроники, приборостроения ни у одной страны нет будущего. Вы в этом отношении в своей отрасли являетесь флагманом. И мы гордимся тем, что одно из старейших, по-моему, в 1801 году, да? У вас одно из старейших предприятий в стране, да и в мире такого профиля. Гордимся тем, что ваш коллектив приумножает сегодня, несмотря на кризис и трудности. Помогать будем всячески, причем делаем это абсолютно бескорыстно. Ну и для информации, в этом году отмечаем 100-летие Великого Октября. Слово сказать, Великий Октябрь начался на Путиловском заводе. Ваши предшественники на 3 были одни нары. Пока 2 работали по 12-15 часов, 3 на нарах отдыхал. И тогда потребовали создать человеческие условия для работ. Потом поддержали все предприятия Петрограда. И во времена советской власти вы были флагманом и ведущим предприятием. Но потом вот тот сбой. Я надеюсь, все-таки из этой ямы мы выйдем. Понимают прекрасно
многие в стране, что машиностроение – это локомотив всего остального. Вот в этом году приедет к нам 150 делегаций отмечать столетие Великого Октября, и встречу начнем непосредственно у вас в Ленинграде, Питере. Здесь будет, в этом, там, где раньше заседала Дума, встреча, большой круглый стол по проблемам борьбы против насилия, войны, терроризма, борьбе за мир и подлинную народную демократию. Затем в концертном зале будет большой вечер, посвященный этой дате. Познакомим их с Мольным, вот, с крейсером «Аврора». Крейсер «Аврора» – один из самых легендарных в мире. Он прошел все войны и самый посещаемый музей такого профиля в мире. Там было более 30 миллионов посетителей. Так что к вам приедут гости, начиная от Бразилии, Аргентины, включая все страны – Китай, Вьетнам. Недавно мы провели встречу лидеров, и все считают, что надо начинать в Ленинграде, Питере эту историческую встречу. А затем будут мероприятия у нас в Москве. Еще раз хочу вас от души поблагодарить и заверить, что вам будем помогать всегда, потому что без серьезной машиностроительной базы, без мощного рабочего класса, без инженерной мысли, научно-технического прогресса уверенно смотреть будущее невозможно. А будущее связано во многом и с безопасностью. Вы видите, что происходит. Уже рядом при Балтике Бундесвер окопался. Наши отцы и деды в гробу перевернулись, если узнали, что те территории, которые мы освобождали, сегодня вздыбились против нас. На Украине, Ближнем Востоке, пороховую бочку заложили, которые продолжают чтить и кабдить. Поэтому нам спокоя не дадут. Ну и вы помните, вот от Балтики до Тихого океана у нас осталось на планете 2% от населения всего, а принадлежит 15% суши и 30% главных стратегических ресурсов. Будем слабые, глупые, необразованные, технически неоснащенные, разорвут похлеще, чем Югославию, Ирак и Ливию вместе взятых. Поэтому надо быть успешными, а для этого надо развивать производство. Вам большое спасибо и новых успехов и удачи!